Почему выставка называется Digital Underground? А название именно такое. Мы решили, что это будет очень правильно в контексте современного искусства, в контексте современного ритма жизни. Ты воспринимаешь это как искусство? Я вообще любое проявление искусство человека воспринимаю как искусство. Вот честно, я прям за любой кипиш. По мне это тоже искусство, это чистое искусство, это арт. Это позволяет людям, как Филипп Старк сделал как-то пластиковый стул прозрачный, который был очень дешев, и это было как искусство в массы. То есть это арт, который можно внести в массы. Конечно, искусство, мне очень нравится, как это все выглядит. Вообще, все, что красиво, оно должно быть. И я считаю, что у нас в стране совершенно не развиты такие выставки, их очень мало проводится. Поэтому спасибо большое организаторам за то, что есть возможность приходить и наслаждаться, и вдохновляться такой красотой. Ну, и нужно понимать о том, что диджитал как таковой, это история, которая будет развиваться и дальше будет набирать оборот, потому что все то, что мы имеем, это очень большие темпы жизни, это большое количество новой информации. С моей точки зрения, для меня это возможность все время быть на волне, то есть ощущать вот это время через то искусство, которое в принципе рисуется намного быстрее. Как я говорю, это круче, чем Энди Уорхол, потому что у него была старая школа, а мы уже живем в диджитал уже эре. Это ощущение андроида, я не знаю, это ощущение интегрирования тебя в цифру, и когда привыкаешь к ней работать, получаются, по мне, очень, ну, такие жизнеспособные вещи. Главным принципом для меня лично, что все равно я продолжаю делать ровно то, что мне нравится. Я не делаю это на заказ, я не пишу иллюстрации для худи, маек на заказ. Я делаю то, что нравится мне, и предлагаю это людям. И ты знаешь, судя по вчерашнему вечеру, был большой отклик. Судя по сегодняшним сообщениям, я получила много заказов на разные единицы, кому чего захотелось. Хотела показать вам, как выставлен сам процесс работы. В Procreate есть замечательная функция, которая записывает онлайн все действия, которые происходят на планшетке. Получаются живые картины, то есть все в движении, последовательности мысли, знаешь, вот как по Юнгу, то есть работа сознания с подсознанием, как... Ведь ощущение от картины получается несколько другим, когда зритель может наблюдать за процессом, как происходило вообще все то, что происходило. То есть это получается коннект со зрителем получается даже быстрее, чем когда зритель видит финишную работу. А потом ведь бытует мнение, что иногда сам процесс, он намного увлекательнее, чем тот финиш, к которому приходишь. Значит, Digital Underground, название родилось достаточно быстро, потому что Digital, это понятно, почему Digital, то есть все то, что здесь представлено, оно нарисовано на планшете, а Underground, потому что это пространство, Holy Shik, в котором мы сейчас находимся, это подвальное помещение, это Underground, которые по иронии судьбы чуть-чуть ранее, пару месяцев назад, мы и сделали. Вот Zendesign сделала, помнишь, в презентации я говорила о том, что это пространство, оно трансформируемое, оно позволяет достаточно легко презентовать современное искусство. Повесила бы ты такую картину у себя? Вот, да, дома я бы повесила. Вот да. На туз близняшка, да? Она такая глубокая, смотришь и не понимаешь, вроде и мрачноватая, а с другой стороны и привлекает.
А ты ищешь смысл в искусстве? Нет. А я не ищу смысл. Мне кажется, что... это как... Ну, окей, смотрите. Допустим, мне кажется, это как вино. То есть вот есть люди там, сомелье, они там как-то оценивают. Я не могу оценивать. Мне либо нравится, либо не нравится. Либо меня вещь трогает, либо она не трогает. И мне кажется, что как раз таки картины, они для того и созданы, чтобы каждый для себя видел что-то, там, узнавал себя или там думал о чем-то. Мне кажется, что нет какого-то универсального смысла, типа, для всех. Pentru mine personal, emoția este cea mai importantă, altfel nu pot să înțeleg exact ceea ce se transmite. Ție ți se pare că noi putem să le punem la același nivel când cântărim, de exemplu, o pictură pictată în ulei de mână și iată arta digitală sau totuși este vreo diferență dintre ele? Sincer, nu cred că pot să zic că ar fi o diferență, pentru că atunci când artistul începe să-și depună colajul pe o coală de hârtie sau ceva de genul ăsta, oricum își transmite anumite stări, anumite viziuni, de asta eu cred că putem să le comparăm fără nicio problemă. Nu trebuie să ne uităm noi după canalele care ni se impun nouă că uite, arta este egal cu ceea ce. Odată ce tu depui atât de efort în a oferi o emoție unui privitor a ceea ce îi faci, asta eu cred că e cel mai important. Omul când vede, simte, trezește emoțiile astea, noi suntem oameni, avem nevoie de chestia asta și chiar dacă este imagine digitală, oricum, sensul îi transmite cititorului său și asta e cel mai important. Для меня живопись и диджитал искусство – это обязательно ровно то, что мне хочется делать, а не на заказ. То есть весь принцип, он остался тем же самым неизменным, и мне кажется, что это очень правильно, как минимум для меня. То есть так я дышу, так я живу, и так у меня есть это ощущение того, что я нахожусь в этом движении, потоке, который в конечном счете меня собирает, обнуляет, в общем, трансформирует и делает все то, что мне лично очень необходимо.